Ну, естественно, обгоняет Ефременко. Занимает предпоследнее место сейчас. А на льду Константин Меньшов, ученик Евгения Рукавицына. Константин Меньшов из Санкт-Петербурга. Очень талантливый и мощный молодой человек, который, мне кажется, иногда сам не использует те возможности, которые у него есть. Но, с другой стороны, вот далеко не каждый спортсмен выехал бы из тех ситуаций, в которых он оказался в тройном акселе в четверном тулупе, а он выехал. Нет, аксель как раз был неплохой. А что, четверной тулуп выехал? Выехал. Ну, и сделан на конце, конечно, не тройной, как он должен был сделать, 4-3, а двойной. Ну, выстоял. Потому что у него всегда сложности тоже с психикой происходят. Я за него рада. Он не молодой спортсмен, но все равно получает огромное удовольствие от катания, от преодоления. Он прыгает два четверных. Надеюсь, что мы увидим его... Ну, просто виртуоз. Вот это я очень люблю и очень ценю. Из любых положений нужно стоять. Это короткая программа. Да и в произвольной не следует падать. Вот. А так программа у него довольно симпатичная. Хочется передать благодарность всей школе
фигурного катания Санкт-Петербурга и президенту. Я почему-то его не вижу здесь, на соревнованиях. Это чемпионат России. Президент федерации? От президента федерации Ленинградского, да. Олега Нилова? Да, Нилова, да. И Татьяна Анатольевна, которая непосредственно занимается спортсменами. Очень много людей работают, очень много помогают. И помогали в непростое время. И большие молодцы. Спасибо им за это большое. Сохранили то, что было, и приумножили то, что будет. Хорошие баллы получает он за эту программу. 78-42. Он опережает ближайшие.